Евросоюз не признает легитимность нового руководства Нигера, которое пришло к власти в результате государственного переворота, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Конституционный порядок должен быть восстановлен, написал Боррель в Твиттере. Генерал Абдурахман Чаяни, выступая накануне с телеобращением, объявил себя главой Переходного совета. Réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз приостанавливает финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером. ЕС, США и другие страны призвали к безоговорочному освобождению из-под стражи избранного президента страны Мохамеда Базума и восстановлению демократического порядка. ООН заявляет, что продолжит оказывать Нигеру гуманитарную помощь.